так-то вся белая окраска, а так-то вся она черная. Одевают шапки, сапоги, кофты вязаные, носки вязаные и куртки вязаные. Люди одеваются тепло, куртку, джинсы, теплые кофты и теплые ботинки. Погода хмурая. Меняют обувь. Ой. Идут дожди маленькие. Дождики, ну, такие незаметные, которые с неба падают. Даже снег может пойти. Трава зеленеет. Облака становятся хмурными. И можно гулять. И все одеваться тепло. И это, которое такое, ну, такое... Надо будет на компьютере посмотреть в интернете. Там все понятно. Но у нее есть такое, в принципе, что люди другую одежду одевают. Там листья еще наверху, потом они опадают и все. Люди одеты тепло. Дождик на улице. Деревья голые. Листики все на земле. Тепло они одеваются. Листья. Еще листопад. Я так катаюсь, листочки падают. Ветер сильный и листики падают. Холодно. Листопад. Там желтеют листья и краснеют. Потом они падают и ложатся на землю. Начинается пасмурный, ветер шумит. Потом они идут гулять, дети. Одевается тепло и гулять идут. Когда дождь идет, они почернеют, березы.